А тебе бомбер. Я вообще думаю, что учитывая, что у меня на стриме так много времени проходит. У вас там день города, а ты стримишь. Ты видел погоду в Петербурге? Не-не-не. Просто загугли прогнозы в Петербурге сегодня. Не день города, а день тлена. Это такая боль. Такая боль. Это вертикальный предел боли, братан. Давай вот так вот от горя. Хотя ладно, давай так. У вас там на Рабкане на празднике деревня. В смысле? Какие в жопу облака? Там просто циклон. Облака разогнать может быть и можно над Невским проспектом. Господи, Шатрат такой романтик. Разгоняют облака на празднике. Чтобы парад прошел, можно разогнать облака. А когда на 10 тысяч километров влево, вправо, на север, на юг. Сраный циклон беспросветный. Размером просто с Марс. Ты ничего не сделаешь. Это город боли, детка. Никогда здесь не будет хорошей погоды. Разогнали облака. Твою мать, а, разогнали облака. Ну, послушайте этого упыря. Это как просто Авгиеве конюшни чистить, понимаешь? Это как подвиг Геракла, который Гидре головы отрубает. Разогнали облака, охренеть. Разогнали, мать его, облака. Разогнали облака. Разогнали облака. Я тебе, я не знаю, мог бы оторвать вебку, показать тебе в окно, ты бы понял, что разогнать тут Шатрат надо кого-то другого. Разогнали облака, ну твою мать, а. Облака разогнали. Ну, трындец. Облака разогнали. Разгонять таких, как... Вот из-за таких... Вот такие, как ты, идут работать в администрацию. Вот из-за таких... Вот таких, как ты, надо из администрации разгонять. Вот это вот, точно так. Да не гони, утром было хорошо. Вчера утром было хорошо. 15 минут. Ставочки. Ок, да, кстати, я не обновил ладер. Ну вот, открываю на этот матч, кому интересно. Почему не можешь оторвать вебку? У тебя ноут?